Нездоровое поведение, характерное для психических больных. Так описал состояние 21-летней девушки из Камрата, которая жестоко расправилась с матерью, замдиректора республиканского наркологического диспансера Юрий Бучинский. Об этом он заявил в интервью порталу kp.md. Врач добавил, что подозреваемая психически нестабильна и нуждается в лечении. А замглавы столичной психиатрической больницы Юрий Павлов отметил для этого же издания, что девушка могла симулировать неадекватное поведение в зале суда. В настоящее время она находится в клинической психиатрической больнице Кишинева. Ей предстоит пройти медицинское освидетельствование. На этом настояли прокуроры. Громкое убийство произошло 12 декабря. 21-летняя девушка нанесла несколько ударов ножом 40-летней матери, а затем вырезала у нее из груди сердце. Две недели назад ее поместили под предварительный арест. В зале суда обвиняемая вела себя странно. Вы сожалеете о том, что вы сделали? Да.